последнее время распространились и в печати, и по интернету мнение, что Ленинград надо было сдать фашистам, чтобы мы избежали многих, там, 800 тысяч людей, лежащих на Пискаревке, что якобы мы бы избежали потери и прочее, прочее, прочее. Вот. И у меня там, я стою на Пискаревском кладбище в День Победы, кстати, 9 мая этого года, и читаю там такие стихи. Вспомним, блокадное, скорбное были, небо в разрывах рябое, чехов, что право свою сохранили, завоя немцам без боя. Голос сирены, поющий тревожно, камни седые от пыли. Так бы и мы поступили, возможно, если бы чехами были. Горькой истории, грустные вехи, шум Пискаревской дубравы, правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, дрюги без выстрела брошен. Правы, влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие Бошу. Мы лишь одни, простофили дуры, Питер не выдали немцам, не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземцам, не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым, твердо усвоив со школьного детства, мертвые сраму не имут. И осознать, вероятно, несложно, век через 100 или 200, все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести.